Территория вокруг станции метро «Ленинский проспект» – это одно из самых оживленных торговых мест Петербурга. Здесь расположены сразу несколько крупных торгово-развлекательных комплексов, в том числе известный еще с советских времен универмаг «Нарвский». Кроме того, это еще и крупный транспортный узел. Сюда прибывают маршрутные такси и автобусы, связывающие Петербург с некоторыми пригородами. Журналисты Бен решили посмотреть, насколько комфортно живется рядом со станцией метро «Ленинский проспект». Мы выбрали несколько кварталов, ограниченных трамвайным проспектом, Ленинским проспектом, улицей Подводника Кузьмина и бульваром Новаторов, и расположенных в 10 минутах ходьбы от станции метрополитена. Это часть территории муниципального округа Княжево в Кировском районе. Кроме метро, транспортную доступность кварталов обеспечивает одноименная магистраль «Ленинский проспект», которая соединяет юго-западную часть Петербурга с Московским проспектом. Кроме того, с Ленинского можно въехать на западный скоростной диаметр и кольцевую автодорогу. Так что можно уверенно констатировать очень хорошую транспортную доступность рассматриваемой территории. Это все хорошо. Автобус, вот остановка. У нас конечная остановка. Все по расписанию четко. И метро. Какие могут быть разговоры? Активно застраиваться жильем кварталы возле Ленинского проспекта начали в 60-е годы прошлого века, а в 1977 году открыли станцию метро на пересечении Ленинского и бульвара Новаторов, что дало дополнительный толчок к развитию территории и сделало бывшую окраину Петербурга, тогда Ленинграда, весьма привлекательным местом для жизни. Кварталы были спроектированы с учетом всей необходимой социальной инфраструктуры. Только вдоль трамвайного проспекта расположены две школы и интернат, работает несколько детских садов. Медицинское обслуживание здесь обеспечивают детская и взрослая поликлиники. Причем к амбулаториям у местных жителей есть претензии. Нехватка участковых врачей приводит к огромным очередям. Вот это огромный минус и доставляет очень много хлопот и забот. Есть претензии у местных жителей и по части благоустройства. Например, ситуация с незаконной парковкой в сквере возле кинотеатра «Нарвский». Местные жители обращались с жалобами к властям на автомобили, припаркованные на газонах сквера. Районная администрация пообещала решить эту проблему. Власти муниципального округа выполнили свое обещание. Как видите, припаркованных машин на этом газоне сегодня нет. И местные жители могут прогуливаться по единственной в этих кварталах рекреационной зоне скверу на бульваре Новаторов. Правда, сквер трудно назвать хорошо благоустроенным. Всюду валяется мусор, да и детской площадки в нем нет. Зато во дворах детских площадок в избытке. И большинство из них хорошо оборудованы. Многие площадки обустроены с учетом интересов детей разных возрастов. Парковой зоны здесь нет никакой. Поэтому вся надежда только на детские площадки. Вот В данном микрорайоне вся надежда только на детские площадки. Их должно быть много, они должны быть хорошие, хорошо обустроены. Ну а более активные и мобильные граждане могут доехать до парков Петергоф или Ломоносова на маршрутных такси, отправляющихся от станции метро «Ленинский проспект». В целом территория вокруг метро «Ленинский проспект» выглядит вполне благополучной и благоустроенной. Дворы прекрасно озеленены и оснащены детскими площадками, объектов торговой инфраструктуры также в избытке. Отсутствие парковой зоны компенсируется прекрасной транспортной доступностью, позволяющей за полчаса доехать до великолепных петергофских фонтанов. Екатерина Семченко, Андрей Любик и Дмитрий Маклаков, БНТВ.